15 школьников из Улан-Удэ приняли участие во всероссийском открытом уроке «Россия, устремленная в будущее» с участием Владимира Путина. Среди них ученик 33-й гимназии Ардан Бадмацеренов. Он рассказал, что посещает Центр дополнительного образования, является призером школьных республиканских олимпиад по математике и увлекается робототехникой. Ему удалось задать президенту России свой вопрос. Улан-Удэ на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы выбрали и продвигаем проект «Искусственный интеллект на базе NVX». Он определяет уровень радиации в окружающей среде. Искусственный интеллект на базе NVX считается довольно такой хороший проект, который требует продвижения. Это в будущее России. В ответ Владимир Путин отметил, что искусственный интеллект – это не только будущее России, но и всего человечества. Если мы будем лидерами в этой сфере, также будем делиться этими технологиями со всем миром, как мы сегодня делимся атомными технологиями, ядерными технологиями, но чтобы не стоять в конце очереди, нужно над этим работать уже сегодня. Вот. И это, конечно, здорово, что есть молодые люди, ребята, которые проявляют к этому такой интерес. Удачи! Однако ответ президента России не вполне удовлетворил юного ученого. Я думаю, что он будет задавать вопрос насчет робота самого, его строения и прочего. Я бы хотел у него уточнить такой вопрос. Возможно ли больше финансирования данных проектов? Больше времени на общение с ребятами было у временно исполняющего обязанности главы Бурятии. То есть, если человек смог, могу сказать, донести свою идею, свое предложение, услышал поддержку президента, оценку президента своим идеям, конечно, он эту идею будет уже совсем по-другому к ней относиться и нести ее дальше, реализовывать ее по-другому. Всего во всероссийском открытом уроке профессиональной навигации «Проектория» приняли участие 2700 школьников из 30 школ Улан-Удэ и республики. Екатерина Устюшенко, Александр Иванчиков, Вячеслав Батоев. Новости АТВ.